Это играть чертовски ужасно. Это чертовски ужасно. Просто мешая об этом возвращает мне чувство жопную эвакуацию. Головный кусок собачьего дерьма. Всякая чертова сочка, я положу и ухублю тебя. Клопы, дай-ка. Что это было? Это были твои выходные. Одна игра, которую делать, больше делать нечего. Если они двигаются, убей их. Да уж, постреливо. За то, что вы делаете. Убей всех на экране. Не позволяй никому жить. Вот о чем были игры. Видите кого-то? Откачивающую черту задницу полную свинца. Потом шаг, гора на японском домашнем компьютере MSX2. Он называется Metal Gear. И это была новая идея. Уже вчера выживание на тупой силе. Вместо того, чтобы подбегать и убивать всех, нужно было остаться незамеченным. Это была эпическая эволюционная идея, которая положила путь к жанру стелс. Снейк станет одним из персонажей классической видеоигры. Конечно же, это была одна из самых популярных времен 80-х рядом с Майклом. Задумал о Снейке из побега из Нью-Йорка, или борец Джейк Змея. Его было имя Solid Snake. С таким же успехом можно просто было, прямым петухом. Было так много продолжений, что сбивая с толку. Но нужно даже хронологически запутывающий. Был Metal Gear 2, Solid Snake, Metal Gear Solid и металлический Gear Solid 2. Могли они придумать название, которое звучало иначе? Ну какой из них настоящий 2? Но если вы хотите получить технический, правое продолжение. Первое продолжение было вместе Снейка. Это было только продолжение в версии NES. Разработчики оригинальной игры Хидео Кодзима не участвовал ни в одной из версий NES. Так, Metal Gear 2 Solid Snake был первым настоящим продолжением. Но опять же, это было на MSX2, так что если вы не жили в Японии, скорее всего, вы не знали об этом в то время. Metal Gear Solid был в основном третьим в серии. Это была первая игра, в которую играли большинство людей, потому что не она была на PlayStation. Это была также первая использованная термин серии от представления от первого лица и кинематографических элементов. Сегодня так много циклов Metal Gear Solid и так много версий каждой игры. Это из-под контроля. Дело в том, что сегодня Metal Gear — это франшиза. Но забудьте обо всем этом только на одну минуту. Представьте, что сейчас 1988 год, а мы не живем в Японии. Насколько нам известно, единственная игра Metal Gear на NES. Я помню, как я арендовал его в магазине видео и думал, вау, это выглядит довольно круто. На обложке было что-то действительно знакомое, которое я никогда не знал до сих пор. Это Кайл Ривз из Терминатора. Да, без сомнения. Она также имеет самый быстрый титульный экран в истории видеоигр. Смотрите, как долго она остается. За это идет демонстрация. Серьезно, это только там, на 2 секунды. Я буду время там. Вот и все, 2 секунды. Это как игра говорит, ну, ты не собираешься толкать пуск. Значит, ты спрашиваешь парашюта, и кто, черт возьми, эти 3 тугир парня. Даже не знаю, вышли ты их снова. Тогда получаете бриф от своего босса. Там написано, во-первых, попытка связаться с вашим нашим серым лисом. Отлично. В первом сообщении есть отпечатка. Так, вы идете. Ты сможешь сойти и сразиться с этим парнем. Или подождите, пока он уснет. Или чувствует себя спящим. Я думаю, что если он чувствует себя спящим, этого достаточно. Он даже, когда вот этим, он просто просыпается. И, так, какая разница? Тогда есть все эти собаки. Может, он сын пробраться мимо, но смотрите на это. Не могу пройти через это. Что это блокирует меня? Если вы действительно не были предназначены, чтобы пройти. Вы не можете двигаться только по сетке, поэтому, в принципе, вы не можете влезть к чему-либо. Плохой герой дизайн во всей красе. Вы знаете, в чем был смысл? Теперь собаки вернулись? Так, и что я должен снова дать гребных собак? Хорошо, давай, ты мать, давай! Чёрт! Что, теперь я сяду в этот грузовик. Ух ты, этот грузовик изменил чёрт в дом! Это не имеет никакого смысла! Вы оставаетесь в том же змее, как грузовик становится больше? Ну что ж, что бы это было, бинокль? Хорошо, вернусь сюда. На! Это было смешно! Враги возрождаются, если вы идете в гейзе в грузовике! Да и так, как я погибла игра. Области, и как только ты выйдешь из машины, вы немедленно открыты для вашего скорого огня! Это чертовски дешево! Хочешь играть грязно? Хорошо, ты чертовский кусок дерьма. Единственное, что круто, у меня все еще есть бинокль, поэтому мне больше не нужно ехать в этом грузовике. Мудак. Хорошо, давайте попробуем. Какая просто немного удобный способ узнать, что ее ждет впереди. Теперь я возвращаюсь к экрану выбора, чтобы выключить его. Какие ты сукин сын? Вы ничего не можете сделать? Был ли это глюк? Или разработчики игр сознательно пытались быть чертами ашлами? И вся эта сцена джунглей была даже не в оригинальной версии.
Давайте возьмем отличную игру и просто бросим на нее диарею. Теперь где, черт возьми? Это тот же самый экран, который повторяется. Это как в зелье, куда нужно идти с северо-запада на юго-запад. Всякий раз, когда вы идете налево или направо, это просто возвращает вас в то же место. Тогда позвольте мне задать совершенно законный вопрос. Спасибо, что заставили меня думать, что я иду куда-то, когда на самом деле нет. Хорошо, блин. Я должен вернуться к началу каждый раз. Собираюсь ли я когда-нибудь продолжить? О, у меня есть также пачка сигарет. Меню отстой, продайте это, вот как это работает. Сейчас Серик ничего не делает. И А выбирает под меню. И Б тебе ничего не делает, а А выбирает предметы. Это так противоречиво, пока ты не привык к этому. Я не пытаюсь найти недостатки в этой игре. Я не видел это. Я хотел знать две вещи. Когда я получу бизнес, когда я продолжу. Видеть этот первый экран так много раз. Оставил постоянный мысленный образ в моем мозгу на всю оставшуюся жизнь. Но как только вы узнаете, как пройти мимо, вас войдите в первое здание, и вскоре вы получите пистолет. Но тем не менее, каждый раз, когда ты умираешь, ты возвращаешься к чертовому началу. Но как я уже сказал, некоторые из грузовиков возят тебя. Вы просто садитесь, случайно грузовик и уходите. О, грузовик начал двигаться. Неужели они не могут заставить кого-то корректировать эту чушь? Всегда будет что-то неожиданное. Как это прямо здесь? Откуда мне было знать, что будет люк? Это все в пробах и ошибках, именно поэтому я начну все сначала. Я слышал, что если вы используете трансивер, это заставляет люк уйти. Что делается? Ты все равно умрешь. Что за херня? В любом случае, вы ходите, собирая предметы, карточки с мечами, спасая заложников. But if you want a chance to read any dialogue boxes, you better be careful not to touch the iPad. Yeah, you know how most games have to be able to change text, or sometimes B, or sometimes Start. But never the fucking D-pad. Naturally, when you want to get a item, you use the D-pad because you're going to him. So in other words, you need to remember to leave right now. Such a funny thing was right here. And sometimes the dialogue window may be blocked. They can't hold the objects in the game, the text. Или может быть это скрытие и их неспособность вычитать? Я обнаружил пластиковую взрывчатку. Это игра бесполезна, как они все испортили? Есть так много мест, где вы просто ходите в комнату и падаете замертво. Как здесь, я должен включить мой противогаз. Конечно, если я этого не понимаю. У меня есть только одна секунда, чтобы среагировать, прежде чем мое здоровье просто источится. Когда чертов босс звонит, чтобы сказать... Я забыл сказать вам кое-что. Вам понравился ваш противогаз. О, нет, Дима, вы немного чертовски поздно там, мудак. Вы думаете, как что могли бы сказать мне, прежде чем я иду в комнату? Не п***ь, я не иду. Если я выживу достаточно долго, чтобы получить его сообщение, я уже бы понял. Но ты хочешь, значит, еще отстой в этой комнате? Чтобы выйти, вам нужно выбрать свою карточку-ключ. Но сразу нужно выбрать противогаз. Так что неизбежно утеряйте немного здоровья, а потом что, чтобы выйти из комнаты. Нужно выбрать свою карточку-ключ. Так что дважды ты получаешь урон. И насколько я знаю, избежать этого невозможно. Наверное, моя любимая испорченная часть прямо здесь. Посмотрите на этот грузовик, он слишком близко к экрану и края. Так что, если вы хотите пойти туда, подниматься и идти налево. Какая игра заставит тебя сделать это? И так раздражает, когда на тебя нападают люди. Боже мой, отстань меня, отстань, я могу их снять! В любом случае, это довольно типическая игра. Так что, скорее всего, вы не пройдете от него в один присед. Вот почему есть система паролей. Но как и следовало ждать, это ужасно. Есть ли причины, почему эти пароли должны быть такими чертовски длинными? Даже это преусесло бы. Зачем мне нужна эта маленькая дополнительная часть? Как из-за любви трахаться? Ну тогда угадайте, что если вы используете пароль, он приведет вас к зданию. Почему-то не могло бы зайти просто продолжая. Цель пароля, если вы включите игру и захотите вернуться к ней позже. Не просто продолжать. Представьте, что каждый раз, когда вы умираете, вводите этот пароль, и либо так, и либо начинай с самого начала, так что выбирай свой гребный яд, ублюдок. Это игра, гребная крочка между вашими яйцами. Это ужасно, и да, я знаю, что классическая игра, но когда что-то облажалось, это облажалось. Так что если вы хотите сорвать мне новый мудак, это нормально, у меня как 12. Да, у меня есть призрак Чарли Брауна. Это не только я. Кидоу Кодзима сам сказал, что он вылил анальную смазку из дыры в бородавочника. Но он так не говорил, он сказал, что он уверен в своей оригинальной игре. Элемента невидимости не было, а Metal Gear даже не было в игре. Да, это так. Предполагается, что финальным боссом будет робот по имени Metal Gear. И что, что если вы собираетесь называть игру Metal Gear и не иметь Metal Gear, то просто на ребенка взяли без Зельды. Если оригинальный Metal Gear был ребенком Кодзимы, за версию NES его деформированный внук. Теперь я знаю, что это все еще классика, если вы посмотрите на все его недостатки. Это все равно, что копать золото под груды хрена. Если возможно, это свекающая северная какашка. Это может не выглядеть как дерьмо. Но это так точно пахнет так.
Оп!